Всем привет, товарищи артисты, с вами Макарчик. Как вы дела? Сегодня мы с вами сделаем нереальную вещь. Ну, как это сделаем? Попытаемся сделать нереальную вещь, а именно неоновую вывеску. Ну, не совсем неоновую. Короче, у меня есть гирлянда с AliExpress. По сути, неоновая вывеска — это просто диодная лента. А диодная лента — это почти гирлянда. Логично? Не очень, согласен. Но ничего страшного. И без логики попробуем. В общем-то, я сегодня хочу попробовать сделать неоновую вывеску. Или не неоновую, а просто светящуюся вывеску. Да, наверное, так будет логичнее. Ладно, просто светящуюся вывеску из гирлянды. Вопросик, в виде чего будет эта вывеска? Дайте-ка подумать. Кто-нибудь сомневался вообще? Конечно, в виде Hello Kitty. У меня есть вот такой вот... Ой, а что такой грязный? Подождите, не смотрите. У меня есть вот такой вот... А что это? Ты кто? Как это называется? А, ковер! У меня есть вот такой вот ковер! Ого, это она такая здоровая будет? А куда я ее повешу-то? У меня, блин, нет столько места, чтобы такие огромные вывески вешать. Эй, ладно. Но сначала нам надо это перерисовать на что-то, на бумагу. Бумаги у меня нет такого размера. А, забыл сказать, поехали. Поехали! Блин, здесь должно быть интро вообще-то. Но у меня нету. У меня нет никакого интро. Может быть, кто-нибудь мне сделает хорошенькое интро красивое? Пожалуйста, организуйте. Так как у меня нет листа такого размера, мы возьмем тетрадь, очку. Итак, достаем двойные листочки, пишем контрольную. Ой, Макар, и мне можно, пожалуйста, листочек? Ой, Макар, извини, пожалуйста, и мне можно, пожалуйста, Макар? Конечно, можно. Ой, Макар, извини, можно мне тоже, пожалуйста, из твоей тетрадки выдрать? Напишите в комментариях, вы какой тип, который раздает листочки или который их просит. И теперь мы их склеим малярным скотчем. На счет три у меня в руках появится огромный лист бумаги. Три. Теперь берем наш... Что это? Опять забыл. И обводим. Где карандаш? Карандаша нет. Всем пока. Как приятно тыкать картон карандашом. Послушайте АСМРчик. Ни одно идея не обходится без АСМРчика. Телефон, привет, на концерте прям лицо. You're exciting, boy, come find me. Ну просто шикардятинка. Кайфанули? Я да. Теперь вырезаем. Дискотека! Ну какова красота! Теперь мы берем картонку. Кладем сюда нашу кошку обоссанную. И обводим. Вот. Так, и теперь снова вырезаем. Дискотека, дискотека. И теперь самое интересное. Вам надо посчитать или посмотреть на упаковке, там обычно написано, сколько лампочек у вас в гирлянде. И сколько лампочек в гирлянде, столько надо сделать отметочек по контуру нашей вывески. За 3 секунды ровно это сделаю. Так. Все, и теперь по вот этим отметочкам делаем дырки, собственно, для наших огонечков. Дискотека. Просто минус рука. Ах, я ее не чувствую. Пробили лицо мы нашей кошке. Теперь нам все это дело надо покрасить белой краской, чтобы у нас была красивая беленькая основа. Вы такие веселые. Так, это съемная квартира. Можно не летать, пожалуйста, по всем обоям. И вот так у нас получилось. Не очень ровно, ну да пофиг. И наконец-то начинаем заряжать ее гирляндой. Ну короче, дальше все очень просто, очень долго и очень нудно. Мы засовываем наши лампочки вот в эту дырочку и сзади приклеиваем. Я даже не хочу это снимать, если честно, я это, наверное, сейчас буду делать часа три. Всем пока, я пошел. Я каменщик, работаю 3 дня, без зарплаты. Вот так это страшно выглядит. Я очень сильно тупанул, я сделал вот этот провод сверху. Хотя логичнее было бы сделать его снизу, тогда он был бы длиннее. Ну, короче, сейчас я все это аккуратно заклею скотчиком, чтобы все это не торчало.
За 3 секунды. Раз, два, три. Опа! Я по-прежнему пытаюсь улыбаться. На самом деле я потратил на это еще 1.5 часа. И больше я с этим ничего не планирую делать. Оно будет выглядеть именно вот так. Мы на финишной прямой. Теперь осталось только обклеить все вот это синтепух. До свидания. Как спать-то хочется. Обклею синтепухом, и уже мы будем смотреть результат. Мне уже очень интересно посмотреть, как это светится. Давай, Макар, рвани последний рывочек. Давай уже, доделаем. А с синтепухом мы все это... Где микрофон-то вообще? Синтепухом мы все это обклеиваем, чтобы он рассеивал свет от наших огоньков. Я не верю в то, что я это реально закончил. Даже в выключенном состоянии это классно. Плюс в том, что она висит всего лишь на ниточке, то есть она очень легкая. И я так же, как и вы, еще не видел до сих пор, как это светится. Поэтому сейчас мы вот это снимем. Кстати, вот это весит очень много. Что здесь делает утюг? Мы вешаем наше произведение искусства. Причем мне нравится, что с этой стороны оно выглядит шикарно. С этой... Ну что, готовы? Ну что, раз, два, три. Кошечка, гори. Ну давай же. Как ты, с какой стороны-то? Охренеть! Зачем это так красиво? О боже, я очень рад. Вообще можно с телефона управлять. Посмотрим, какие здесь есть встроенные. Ага, есть вот такой формат. О, тоже прикольно. О, меняющие цвета, тоже круто. 2 часа ночи, но это стоило того. Спасибо вам огромное за просмотр, надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вы захотели повторить это, потому что, как видите, материалы просто элементарные, а выглядит супер эффектно. Доставайте свои гирлянды из загашников новогодних. Чего они отрабатывают только несколько месяцев в год? Должны работать весь год! Передаю привет вот этим крысам, если ты хочешь попасть в мой... Хочешь... А если ты хочешь попасть в мое следующее видео, то подписывайся на канал. Да зачем подписываться? Ладно, подпишитесь, окей? Пишите как можно больше комментариев. Можно также из других соцсетей, я там тоже периодически беру комментарии. Все, я вас ненавижу и не обнимаю. Всем пока! Я спать. Слава богу. Боже мой. Ой, 5 часов в этом провел. Боже мой. Ой, и это увидели только те, кто досмотрел до конца. Поэтому всегда досматривайте до конца. После титров все самое интересное. Bye.